Всем привет! С вами снова Трибунал, и сегодня мы поговорим о слиянии дракоников. У меня есть 12 штук, если я не ошибаюсь, да? Мы сегодня и проверим слияние, и также будем рассматривать, как таковое слияние. Значит, смотрим, во-первых, шанс, да, то есть если брать фиолетовые драконики, можно слиять или фиолетовые, или оранжевые драконики. Но нельзя сливать типа одновременно и те, и другие. То есть ну, либо одни, либо другие. 8 максимум можно фиолетовых и также 6 максимум оранжевых. Так, шансы, значит, при двух. Я отдельно табличку выставлю, я сейчас просто проклацаю. Суть в чем? Первая шмотка, которую вы ставите, будет основной, то есть она будет центральная. То есть если вы выберете оружие, то возможность скрафтиться новое оружие с драконом. Если вы выберете шапку, то есть это будет шапка. То есть центральная шмотка, она потом переставляется в центр. Это та шмотка, которая есть шанс ее именно скрафтить. Дальше что? Чем больше шмоток, тем выше шанс, да? Смотрите, например, вот возьмем опять же оружие, да, пусть будет. Значит, тем выше шанс оранжевого, легендарного, редкого, обычного, то есть фиолетового, и меньше шанс фейла. Что такое фейл? При фейле тратится несколько дракоников, и ничего не происходит, то есть они просто ломаются. Не все. То есть, если выставите, например, 7, да, грубо говоря, вот есть шанс фейла 22%, 75% рыжий драк, я говорю рыжий, ну типа оранжевый, рыжий, у меня это одно и то же, или золотой драк 2,3%. То есть если ничего не получится, то есть у вас просто пару шмоток исчезнет. В принципе, мы тоже это попробуем. Значит, опять-таки, запомнили основная шмотка, и дальше вы наставляете лишние. Что еще хочу добавить, то что при вот крафте, да, вот я 8 выставил, легендарный 3%, при 8 шмотках, то есть это 100%, получите либо оранжевую, либо легендарную шмотку. И что у нас есть? Это мы берем шапку, и в шапке справа написано, какие могут быть драконики оранжевые, также какие могут быть золотые. Но хочу сразу заметить, то есть не все золотые есть, так же как и оранжевые. То есть золотые указания Верди и Темная ночь. И вот сейчас мы посмотрим драконики, шапки, вот Верди. Стон дракона там нет, дух прилива там нет, союз с императором тоже нет, только темная ночь и указание Верди, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, значит, почему так? Потому что есть драконики, которые падают, только выбить можно, и, соответственно, их потом продают, их можно купить, а есть драконики, которые можно только скрафтить. То есть вы изначально должны понимать, какой драконик вам нужен. И если вам нужен драконик, который невозможно скрафтить, то шмотки, там, например, с рыжим дракоником лучше продать и ждать, когда на аукционе появится драконик, который вы можете купить, именно желтый, например. Так, ладно, не будем затягивать. Значит, давайте попробуем сейчас на... Сколько? На 8 100% получится. Ну, давайте на 8, у меня еще 4 останется. Давайте на 8 оружие. Ну, пусть будет оружие. Пробуем сливать оружие, посмотрим, что даст. Ну, какой-то рыжий. А, вот, смертельный удар. Да, и вот, например, смертельный удар дала. И, если я не ошибаюсь, его невозможно продать. Он не торгует. Да, его невозможно продать, он не торгуется. Видите, то есть те драконики, которые вы сливаете, они не торгуются. Дальше попробуем сливать 4. Надеюсь, будет фейл, чтобы мы смогли показать, как работает фейл. Если фейл пройдет, а нет, не фейл. Да, 2 рыжих. Ну давайте, кстати, сейчас 2 рыжих попробуем слить. Рыжих, видите, сразу изменяется количество, то есть их можно максимум поставить 6, и шанс у них на неудачу есть даже при 6, но, тем не менее, при 6 есть шанс 80% золота, то есть 6 рыжих, но я, в принципе, с моей удачей личной, меньше чем 6 я не буду засовывать его сюда, но на твине попробуем. Значит, у нас есть, значит, 50% шанс фейла, 30% значит, другого драконика, да, изменить можно, то есть либо смертельный удар, либо холодный клинок,
и 20% в Лего. Ну, 20% это, в принципе, немало, но с нашим счастьем, я думаю, что мы сфейлим. Все шансы по рыжим драконикам я отдельно вам сейчас в конце скину. Так, что нам дает? И... Ну, просто поменялся драконик. В принципе, ну, ни о чем. Такое. Не особо. Да, вот холодный клинок стало. И, ну, тоже не торгуется. Невозможно продать. Значит, шансы у нас по рыжим драконикам. При двух 50% неудача, 30% оранжевый, 20 золота. При трех 60%, 65% неудача, 35 золота. При 4 50 на 50 неудача и золото. При 5 35 неудача, 65 золота. То есть при неудаче просто драконик остается, либо делается новый. Так, при 6 20% неудачи и 80% золота. То есть, в принципе, я советую сливать по 6. Вот такой вот краткий экскурс в драконики. Шансы сливания. В принципе, своим, я же говорю, счастьем, я буду сливать только 8 фиолетовых и только 6 оранжевых. Не меньше. Так уже, друзья, кто-то добавляется. Вот как-то так. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.